Добрый день, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, перед вами тарелочка. Это о поговорках России. В России иногда говорят, когда люди дарят друг другу подарки, и вот бывает, подарок не нравится. Но есть люди, которым не угодишь. Поэтому говорят так: то тарелочка не та, то каемочка не такая. Вот так бывает, дорогие друзья. Хочется пожелать всем здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Всего вам доброго.